И друзья, с вами Стив Про, и сегодня мы устроим довольно великую битву. Один мутант-житель против 100 зомби в Майнкрафте Pocket Edition. Но зомби-житель выглядит примерно так, и он настроен довольно агрессивно, а там бегает целая компания или орда зомби, которая жаждет мести. Ну что ж, давайте начинать. Мы сломали первых два блока, но почему-то он не хочет действовать. А, все, друзья, он побежал. Ну, теперь мы ждем кровавой битвы. Или, можно сказать, мы ждем, когда прольется первая кровь. Но пока они не дают... Так, все. Убил он первого, но он уже получил урон. И я боюсь, что наш зомби, точнее, мутант-житель получит довольно большой урон, после чего он сможет скончаться. Я очень этого боюсь, но они мешают ему пройти, поэтому давайте сломаем вот эти блоки. Мне кажется, они ему мешают. Так, я уже сломал блок. Так, уйди, зомби. Мы ему маленько поможем, но, конечно, мы помогаем ему совершенно маленько. Но зомби здесь уже разошлись по сторонам, друзья. Но некоторых он зомби бывает убивает без всякого урона. То есть некоторые зомби наносят ему довольно большой урон. Ну что ж, давайте ждать, когда он убьет всех. Но мне кажется, это будет довольно долго, потому что он их убивает довольно медленно. Ну, наверное, через некоторое время давайте ему прибавим немного подмоги. То есть прибавим вот этих мутированных жителей. Да, он очень агрессивный, но зомби не понимают, что здесь происходит. И некоторые, можно сказать, жалобно глядят на меня. Ну ладно, давайте-то им поможем. Штучек 4 заспавним вот этих еще вот таких мутантов. Так, уйдите, уйдите. Да, вот все, друзья, хватит. И теперь давайте смотреть вот на это зрелище. Так, нужно встать в режиме камеры. Как будто мы камера, и мы все это наблюдаем. Так, нет, нет, друзья. Да, они просто убивают очень быстро. Так, давайте встанем вот так в угол. В угол, и что ж, да, очень классный режим. И, наверное, давайте сейчас зайдем в опции. И отключим наш интерфейс. Да, это выглядит вообще очень классно. Как будто мы камеры. Ну, зомби здесь просто летят. Летят, просто убиваются. И остался один зомби. Остался один бедный зомби. Ну, я тебя не жалею. Ну, все, ты умер, дружок. Вот, ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ну, если вам понравился эксперимент, конечно, давайте продолжим.